Продолжаем выпуск. Более 50 вопросов задали жители в ходе выездной администрации, которая состоялась в лицее номер 15. Мытищинцев, проживающих в микрорайонах Лестех и Строитель, волновали вопросы благоустройства, вывоза мусора, организации торговли, транспортной доступности, безопасности и многие другие. Большое спасибо, что выбрались. Вопросов действительно много. Часть из них буксует там по 2-3 года с переписками, часть новообразовавшаяся. Ну и люди в администрации тоже все новые. Пока вот они в курс дела влились в этом году, вот уже можно сказать, да, работает глава. Мы надеемся, что уже есть какое-то понимание, знакомство со всеми районами города, со всеми ответственными лицами на местах и с жалобами, которые мы, ну, передаем через разные пути, через телеграм-каналы, через Добродел, через иные ресурсы. Очень надеемся, что нас услышат, не будут пробуксовывать наши вопросы, будет все решаться оперативно, потому что некоторые из администрации, чиновники с нами взаимодействуют очень даже хорошо. Встречи в формате «Выездная администрация» – это возможность решить конкретные вопросы жителей, услышать проблемы и отметить точки напряжения, на которые необходимо обратить пристальное внимание.